Всем привет. Фух, новый день, я уже отработала. Сейчас выезжаю. Там у меня мороженое. А там планшет мамин. Сейчас везу его. Короче, он еще на гарантии и уже умер. Гавкнулся. Какой-то то ли бракованный. Мама изначально говорила, он как-то глючит. Он как-то работает неправильно. Что-то с ним не то. В общем, в итоге оно постепенно хуже. И совсем, в общем, он глюкнулся. Сейчас повезу, он еще на гарантии. Отдам его на осмотр. Там, не знаю, что они мне скажут. Вот, и потом поеду на станцию, машину отвезу. Мне надо это, чтобы кум поменял масло вот такое в коробке, в двигателе, доменял. Вот такие планы. И домой, и все, собственно, на сегодня. Катаем черешни. Свет отключили, а мы продолжаем катать. Здесь перемыла Ташу на заморозку. Часть уже на заморозке. И, наверное, с пол ведра выкинули. Уже погнила буквально за сутки. Ох и быстро. Вот. И вот так вот 6 баночек. Сейчас закроем. А это тут еще покушать немножко. Не знаю, что тут видно. Еще столько же я уже закинула в морозилку. Только вот такую желто-розовую. А это бордовая тоже. Заморожу. Не хочу кататься. Что-то у меня тяжко. Возюкаемся. Он не помогает. И Вика помогала. Мы тут все хором перебирали ее. Черешню. Пташине молоко. Не хочу. Спасибо, солнышко. Я не помню, снимала я или нет, но этот мамин планшет забрали, отправили на сервисный центр. Там будут смотреть и решать, что дальше делать. Или ремонтировать его, или вернуть. Ой, или поменяют, я не знаю. У нас сегодня в городе, походу, выпускные. Выпускной. А что так рано вроде? Нет, так обычно и было. В прошлом году было вообще 11-го. Я понял. Сегодня выпускной. У моего брата день рождения. Завтра с утра отправим посылку ему. Он сейчас все равно раньше понедельника не сможет забрать. Он на позиции. Купили ему подарки. Не могу показать, потому что он может посмотреть. Хотелось бы, чтобы сюрприз был. Сейчас ездим, собираемся. Еще завтра будем уезжать. Отдыхать с Аней и с Лешей. На базу отдыха на выходные. Чисто. Сейчас еще Вики ищем подарок от брата на ее день рождения. Она знает, ну, выбрала. Посмотрели сейчас в Любаве, померили то, что она хотела. Короче, очки для компьютера ей надо на работу. Вот. Ну, в общем, ничего не выбрали по итогу. Сейчас будем дальше выбирать. Едем, уже забрали машину. Вика за рулем. Моя бусечка. Едем домой, уже потемнело. Еще и в машине в правом колесе такой болт был, вот такой торчал. То, короче, еще заехали на шиномонтаж после кума, после СТО. И этот. И вытащили нам той болт. Единственное, что в зеркала неудобно теперь. Ну да, правая, не дальше. Видно. На их надо отрегулировать, это уже встанем потом. Ну да. Вонючку повесили. Короче, много чего подделали. Пока машина была у брата, этот, там же ж дороги нету. Чуть холодно, тебе не холодно. Этот шаровую одну пришлось менять, потупилась. А, по оборонной это мимо ГАИ, там бывшего, поняла. В общем, едем домой.
подлампичили нам. Там, конечно, много такое по мелочам делалось. Так, мы уже дома. Давайте посмотрим, что у меня за черешни получились. Ну, ничего так, приличненько. Липкие, правда, банки, надо их помыть в сиропе все. Ну, прикольно. Сотри, Дать. Угу. Скажи. Да. Прикольненько. Надеюсь, не рванут. Не посрывают. Ой, прибежали домой, голодные, кушать хочется. Сейчас себе салатик сделаю. И у нас такой ливень ливанул. Как раз мы подъехали к подъезду и ливануло. Жуть просто. Представляете? Капец. Так, ладно, надо собираться. Завтра мы едем в Сакир на сани с Лешей. На выходные, на одни сутки. Хоть трошки вырвемся с города, поменяем обстановку. Вот. Не знаю, Андрей не будет же смотреть? Бог мой. Он же сейчас нам... Сейчас покажу подарок. Подарок. Что мы купили? Вот такие пумовские кроссовки мы взяли. Брату на подарок. И вот такую пумовскую сумку. Не хочу ее доставать. Там, не знаю, не видно, наверное. Ну, в общем, это пантера. Вот тут так она выдутая, типа. Очень классная. Завтра отправлю подарок. Новый день, утро. Телепаюсь. Выезжаем на Сакирна сейчас за Аней, с Лешей и на базу. Но, ребята, погода капец. Дождь, вот такая мокрота, лужи. И Аня звонит, говорит, блин, что делать? Я говорю, а что уже здесь делаешь? Ну, надо ехать, потому что мы же скупились и мясо, и то, и все, и на уху. И тем более даже дело не в том, можно было бы оставить. Здесь Сережка пошел мусор выносить. А куда он пошел? Я не усекла. Вот, можно было бы оставить, но дело в том, что у меня выходные только вот эти и все. Ну, чтобы два выходных были в выходные, чтобы совпадало со всеми. Поэтому вот так вот, все равно едем. Я говорю, главное, что настроение, а то все ерунда. Свежий воздух и не обязательно прям... Тем более такое, ливней нету, а просто пасмурно и... Короткочасные такие дождики. В общем, сейчас едем. Для нас погода не погода. Еще брату посылку сейчас отправить надо бы. Взяла с собой по пути. Так, мне надо настроить зеркала. Вот. И все, с подарком. И термосумку ему отправляю. Ему надо, он просил. Так что вот так вот. Ладно, нам хорошего отдыха в любом случае. Мы уже на базе. Смотрите, какая прелесть. Наша любимая база с Аней, с Лешей. Домик Савдепия, СССР. Сережка уже у коня успел словить, скаканул быстро. Ася, красавчик, лежит. Тут у нас Лешка шеф-повар. Ой. Уже, кстати, солнышко. То дождь шел, то дождь, то солнце. Видите, какая красота. Картошечка. Ой. Слушай, Аня, она так аппетитно выглядит, я тебе скажу. Да. Бомба. Глянь, кошечек сколько у нас. Я что вообще из-за...
Для жаря, что ли? У нас тут чесночок я взяла. Может, два зубка чесночка порезать? Давай, да? Давай. Она будет вкуснее. А в юшку будет чесночка оставить? Да, кстати. Еще жуху нам варить. Посмотрите, какие классные. Ай, серого любовь. Оп. Жидкости. Хорошая трехмастная кошка. Сто вот это кошка-кошка, да. Ох и дым. Что вы там на это посмотрите? Дым, дым, дым. Папунька. А серый любуется. Это кошечка. Боже, як же ж тут класно. Пришло. Да, все. У меня уже. Вот это еще не дается. Клево, мы отдыхаем. Природа, свежий воздух, Днепр. Погода, кстати, то дождь, то чуть-чуть солнышко, но отлично тем, что не жарко и прикольно. Да. Не холодно, но не жарко. Просто. Самое оно. Вот просто мне. Бомба. Бинго. Новый день, новый день. Блин, что же это такое? Вчера приехали кумовья, друзья. У нас такая компания была, то я и не снимала бы. Никто не снимается. Сегодня мы уже выспались. И снова в нашем узком кругу. Сейчас покажу, что у нас на завтрак, чи на обед. На завтрак не Боже, нет. Пахне як. А сейчас приедем. Это уха. Нямочка. Накрываем стол. Тут вчерашние мяски. Шашлычок. Больше. Карташинка, но одна. Молодая. Це кумовья привозили картошечку молоденькую, готовую. И природа. Как же все красиво. Же да. Все, уже загрузились, уезжаем. Сейчас ребята садятся, грею машину. И дождик пошел. Ой, слушайте, я вам скажу, классно отдохнули, хоть и дождь. Господи, что у меня на голове. Хоть и дождь, но все равно этот... Хорошо отдохнули. Зато не жарко, кайфово. Мы все равно были в беседке под крышей. Нам как бы тот дождь абсолютно не мешал. А наоборот, даже не было хоть жарко. В этом плане, конечно, хорошо. Так что все, едем домой. Отдохнули, погуляли, наболтались, насмеялись. Вкуснятинки поготовили, покушали. Уха это вообще нечто. После, знаете, вечера, когда шашлыки, мясо, все такое, на утро уха это просто бомба. Все, на этом все. Всем пока. Всех обнимаю.